Рио Гранде, в принципе, он есть, это уже компания Griffaton, французская компания, это вторая компания, которую мы представляем в Украине. Ну, поэтому томат это сорт, это не ее вид, опять же, в каталоге опечатка, там, представили F1 приставку, надо ее зачеркнуть. То есть он есть у всех компаний, это, в принципе, как и буряк Детройт, всем известный сорт, урожайность средняя достигает там 70-80 тонн с гектара, не приходит к выращиванию, единственное, что нужно чуть больше работать с ним, у него очень мало устойчивости, как это сорт. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.